Итак, мы продолжаем знакомство с приключенческой игрой Under a Killing Moon фирмы Access Software. Напомним, что в этой игре вы выполняете роль частного детектива Текса Мёрфи. На дворе 2042 год, и вы находитесь в своем офисе на 3-м этаже отеля Риц в центре района мутантов в старом Сан-Франциско. Что делает детектив, приходящий рано утром в свой офис? Правильно, просматривает почту и проверяет факс. А факс-то уже давно не работает. Да, нужно приобретать новый. Так как это теперь ваш офис, вам необходимо освоиться в обстановке. Например, посмотрим, что находится в ящиках стола. В них мы обнаруживаем почтовую марку и ручку. Ну что ж, для начала и это неплохо. По почте пришла какая-то анкета, которую необходимо заполнить и отослать обратно. Сначала заполним ее, затем наклеим марку. А чтобы отправить анкету, необходимо выйти на улицу и опустить ее в почтовый ящик, что мы и сделаем. Но прежде чем покинуть офис, можно посмотреть, что еще есть в нашем распоряжении. Вот, например, фотография бывшей жены или патефон с коллекцией пластинок из добрых 80-х. А еще есть компьютер с обширной базой данных, которая, несомненно, пригодится в ходе нашего расследования. Вот только бы найти интересное дело. Выйдя на улицу, мы встречаем Челси, продавщицу из газетного киоска. Поболтав с ней о том о сём, мы узнаем, что соседний магазинчик недавно обокрали. Зайдем в магазинчик и поговорим с его владельцем, а он расскажет нам подробности происшествия и предложит заняться расследованием. Вот вам и работа. Начинаем с заднего двора, где обнаруживаем много-много интересного, но вот здесь мы вас покинем. Ведь если рассказать о том, как пройти всю эту увлекательную приключенческую игру, вам просто станет неинтересно. Это все равно, что узнать имя убийцы с первых страниц захватывающего детектива. Так что путешествуйте-ка вы сами по этому веселенькому городу, населенному мутантами. И главное, доведите расследование до конца. Игра управляется с помощью манипулятора мышь. Возможно, два режима игры. Интерактивный, в котором вы общаетесь с другими персонажами, собираете и используете предметы. И режим перемещения, в котором вы исследуете окружающий вас мир. Переключение режимов возможно в любой момент. Игра Under a Killing Moon поставляется на 4 компакт-дисках и требует процессора 486, графического адаптера, совместимого со стандартом VESA, звуковой карты, совместимой...